Друзья, я приветствую всех на своем канале. Вот такой купил мини-самовар, сувенирный. Он небольшой, вот видите, где-то несколько сантиметров. Полностью разбирается, как обычный самовар. Выхватил его за 25 гривен. Вот. Вот видите, вот так все. Крендельки эти все, краники. Вот, а цена его где-то 200-250. В принципе, хорошая покупочка. Дополнение каким-то лотиком. Вот так он выглядит. Кстати, очень необычный цвет. Обычно они такой белый цвет, а это вот такой золотистый. И тут вот цена 7 рублей, представьте, на секундочку, да? Ну вот как-то так. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. С вами Перекупщик. До новых встреч, до новых видео.